Хоровому коллективу «Гаухартас», созданном при клубе незрячих и слабовидящих граждан нашего города Шамшырах, исполнилось 15 лет. В честь знаменательной даты был организован праздничный вечер. В мероприятии приняли участие члены клуба и жители города. Коллектив был основан в 2005 году путем объединения казахских и русских групп, а в 2007 году ему было присвоено звание «Народный коллектив». Сейчас в его составе выступают 15 человек. Дальнейший план работы хора состоит в том, чтобы укрепить уже имеющуюся материально-техническую базу и выйти на другие города, проявить себя в творческой форме. Хоровой коллектив «Гаухартас» является одним из 12 кружков, работающих в клубе «Шамшырах». До сегодняшнего дня коллектив принимал участие в различных конкурсах страны и занимал призовые места. Они успели понравиться зрителям с разнообразными песнями в репертуаре. В нашем репертуаре есть казахские, русские и зарубежные народные песни. На счету более 50 произведений, которые мы исполняем. Теперь, достигнув таких высот, я желаю всем только крепкого здоровья. Пусть все будут здоровы. С момента создания хора в его составе выступала Гульнара Абдуалиева. Более 15 лет она пела в составе хора и сейчас является активным членом коллектива. Я очень довольна. Я люблю эту жизнь. Поэтому участвую во всех мероприятиях общества слепых. Наш руководитель Ермек Баяшев очень сильный музыкант. Готовит хор, разделенный на 5 голосов. В этот день при содействии японского агентства для членов клуба был открыт специальный массажный кабинет. Он оснащен необходимым оборудованием. Здесь у членов клуба «Шамшырах», обучающихся в медицинских учебных заведениях, есть возможность получить опыт. Ботагөз Дандыбаева, Шулла Султанмахмудова, Адижан Бисингазинов, телеканал «Семей».